Да, вот все замечательные места. Да, можно и там писать, и там, и там. Механик по образованию и художник по призванию Станислав Роганов выбирает живописное место для нового рисунка. С собой у мастера раритетный этюдник с красками. Такой, любимый, единственный, говорит Станислав, появляется в жизни художника раз и на всю жизнь. Местами потерт, где-то испачкан разноцветными красками. Краски застывают на морозе, долго ими писать. Их надо ложить в карман, чтобы отогревать, еще куда-то. Вот. Не все так романтично, как кажется. Романтику момента может испортить разве что сильный ветер, но его вдохновленный мастер, кажется, не замечает. Как и разговоры о том, что в 30 лет художником не стать. А именно в этом возрасте Станислав Роганов закончил художественное училище имени Сурикова и стал преподавать искусство живописи детям. Живопись – это как медитация, действительно. Когда погружаешься в этот процесс, и просто у тебя время перед тобой не существует. И вот это самое увлекательное вот в живописи. Еще одно удовольствие художника – собственная выставка. Коллекция, созданная за последние 20 лет, называется просто «Мой мир». В этом мире и пейзажи, и натюрморты, и даже портреты. Я писал ребенка, и мне захотелось, чтобы больше отобразить детство вот с каким-то животным. И потом решил, что это будет котик серый. Интересно то, что через некоторое время супруга принесла с работы серого кота и сказала: а не возьмем ли мы его в дом? И мы его взяли. То есть я, получается, как бы предвидел немного это. И вот до сих пор он живет, ему уже 16 лет. Если классические пейзажи можно передать по-разному, то картины Роганова – это полярность теплых и холодных оттенков. Это и яркие подсолнухи, кстати, любимые цветы художника, и угол одной из центральных улиц города после проливного дождя. Особо внимательная молодежь принимает объемные мазки красок за 3D-эффект. Достоинство масла, что можно вот такие эффекты делать. Корпусный мазок, он выступает. Чем отличается от фотографии, и в частности этим, что можно даже вот этой корпусностью какой-то вот создавать объем какой-то. Маленькая выставка большого мира художника Станислава Роганова в этом году 50-летнего юбиляра продлится еще 3 недели, а потом снова за кисть и с чистого листа, точнее, с чистого холста.